Опрос, проведенный социологами в Харькове, показал, что большинство харьковчан считают тарифы на коммунальные услуги завышенными. Из-за высоких цен полностью оплачивать их смогут лишь 20% опрошенных. Не собираются платить за услуги вовсе 11,4%. Четверть не смогли дать однозначный ответ на этот вопрос. По словам Тараса Ситенко, харьковские коммунальники действительно устанавливают необоснованные цены, в частности, на потребление воды, которая тарифицируется как питьевая, что не соответствует действительности. Тому тут самое главное – это прозорість формування тарифів і якщо продивитися всю ланку ціноутворення. Тобто ми маємо подивитися всю ланку ціноутворення. Ситенко подчеркивает, объединение «Самопомощь» будет обращаться в антимонопольный комитет с просьбой проверить деятельность коммунальных предприятий Харькова. Лариса Петренко, Павел Велицкий, агентство телевидения «Новости».